Привет, друзья! Российские военнослужащие не только используют китайские дроны DJI, но и занимаются их ремонтом. За время работы мастерской в руках ремонтников побывало более 1000 неисправных дронов разных торговых марок, большая часть из которых была отремонтирована. Занимаемся дронами любого типа и прошиваем, и ремонтируем. Которые, допустим, птички подходят под ремонт, мы любую птичку, которую привезли, даже говорят, которую прошить, мы все равно его проверяем, мало ли там двигатель какой-то, вот чуть-чуть он не работает, но его все равно надо заменить, потому что он в полете может отказать и просто потерял птичку. Каждая птичка идет свою проверку и, ну, ремонтируется и прошивается. Прошивка, да, просто если он весь целый, все прошивается, убирается. А ремонт, ну, чуть-чуть времени побольше занимает. Ремонтируем, работаем в большом количестве. Не так 1, 2, 10 там птичек. В день нам 30-50, это как минимум. Каждый день это точно привозят. Останавливается любая птичка. И там сложности вообще никакой нету. Абсолютно никакой. То есть я просто включаю птичку, я увижу, в чем там проблема, в чем причина. Я уже знаю, что поменять. Доноры у нас есть. Просто меняю, делаю, и птичка готова. Ну, пока сложности нет. Может, в начале еще было когда-то. Там втыкался, смотрел, блин, что как. А сейчас вообще проблем нет.